Всем привет, друзья мои, Гусев Александр на связи и добро пожаловать на Глафи Геймс. Мы с вами продолжаем прохождение Genshin Impact. Всем приятного просмотра, и мы запускаемся. Так, вот он, значит, я. Значит, вспоминаем удары. Хорошо, у нас есть задание. Пройдите к точке, указанной Эмбер. Эмбер, пошли. Пошли сразу к точке и посмотрим. Чудик. Так, хорошо, подожди. А если забежать к кузнецу? Давай забежим к кузнецу. Чем могу помочь? Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Чем вы торгуете? А чем торгуешь? В кузне только первоклассный товар. Ну, покажи мне первоклассный. Так, лучший друг наемника. 600. Железный наконечник. 600. Карманный игромар. Лук опытного охотника. Ну, такое. Серебряный меч я уже нашел, и лучшее оружие буду искать. Хорошо, подожди. А если сделать апгрейд? А я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделал. Дикая природа. Обломок железа. Ага. Ни хрена себе, прототип камнетеса. Стальное жало. То есть очень много надо разного материала, это все надо искать. Но, походу, у нас инвентарь. Он же не перегружается. Наверное. Хорошо. Идемте на задание. Пройдите к точке, указанной Эмбер. Идем к точке, которую нам указала Эмбер. Собачка? Да ладно, все, тихо, я пошутил. Ладно, все, я знаю. Ладно, я все знаю. Не надо обижаться. Не надо обижаться, у нас все будет замечательно. Так, 50 метров. Блин, ну красиво. Так, подожди, я хочу на какую-то точку такую высокую забраться. Ну ладно, потом. Ладно, давайте сделаем это потом. Так, Герман. Герман мне не нужен. Подожди, мне сюда. Мне в замок надо попасть? А где вход у вас, ребят? Блин, выносливость слабенькая такая у нас. Это надо все будет вкачивать. Это надо будет все обязательно вкачивать. Так, статуя. Ни хрена себе. Нормуль. Так, кто мне нужен? Подожди, так тут медитирует. Все, точка. А вот и обещанная награда. Давай, что? Дай мне награду обещанную. Планер. Так есть у каждого скаута, да и жители Манштата любят парить на ветру. Я привела тебя сюда для того, чтобы ты мог испытать его прямо сейчас. Тебе очень нравится парить на ветру, да? Конечно, ветер — это сердце Манштата. Ладно, хватит болтать, время парить. Это очень легко, просто следуй моим инструкциям. А ну-ка, давай, в смысле, какой глайдер? Двигаться вперед. Спейс. А? Серьезно? Я лечу! Ты глянь, и анимация-то красивая. Ладно. Принимается. 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 Крылышки подарили нам, хорошо. Это уже мне нравится. Что дальше? Что происходит? Так, дракон. Это дракон прилетел.
Так, дракон пролетел, кусок здания оторвал, и что дальше будет делать? А, ни хрена себе! Он что, за нами охотится? Не пойму. Пайман, самый лучший компаньон. Так, загрузка какая-то пошла. Грид! Дракон и буря, прогоните уже с бури. Смотри, точно. Схватись за ветер и обуздай энергию. Ни хрена себе, я валю в него. Ужас бури. Нравится, когда тебя в сраку стреляют? А, так у дракона 10 уровень только. Все. А я могу быть наездником дракона? Я могу его как-то покорить, там покататься на нем. Смотри, свалил козел, а? Но я думаю, он еще вернется. А как я так высоко взлетел? А как я так высоко взлетел, хорошо, еще стрелял? Я смогу это делать так, ну, когда мне вздумается, когда мне захочется? Ты в порядке? Целёхонький. Это мальчик или девочка? Сила способна противостоять дракону. Это пират? Новый союзник или новый шторм? Ты кто? Ужас бури. В этот раз он напал на сам город. Кая, Бобски, вы появились вовремя. Мы дом не загнались, как мое имя здесь пишется, Бобски. Постой, Эмбер. Мне кажется, ты забыла нас познакомить. Так, это пацан, значит, да? Охренеть. Да, точно. Это Кейя, наш капитан кавалерии. А это Бобски и Паймон. Здорово. Путешественники из очень далеких мест. Из далеких мест? И это все, что ты о них знаешь? Если вкратце... Вот оно как. Ну что ж, добро пожаловать в Мондштадт, путешественники. К сожалению, сейчас не самое подходящее время для туристов. Я понимаю, как тяжела может быть разлука с семьей, но мне не совсем ясно, зачем тебе нужен Анему Архонт. Однако у каждого есть свои секреты, не так ли? Конечно, я не собираюсь устраивать допрос. Я просто хочу поблагодарить тебя от лица рыцарей Орда Фавониус. Не мог же я просто остаться в стороне. Пожалуйста, где моя награда? Так, ладно, мы будем вежливыми. Мондштадтцы видели, как ты прогнал дракона от стен города. Действующий магистр рыцарей Орда Фавониус хотел бы поговорить с тобой. Прошу немедленно направиться в здание штаба. Все, погнали. Давай. Гардероб. Гардероб теперь доступен. Собирайте уникальные планеры и костюмы. Так, подожди. А где гардероб? О, посмотри гардероб. Ни хрена себе! Благодарность игрокам, прошедшим бета-тест. Это я, наверное, уже не получу. Хотя, может, еще получу. Особая награда игрокам PlayStation. Ну, они не особо отличаются, то есть тут буквально цвет, да? Ну, ладно, хрен с вами. Хрен с вами, меня больше интересуют таланты. Когда я смогу их прокачать? Уровень таланта 1, мне нужно заработать, да? Награда сюжетного задания. То есть навыки я прокачиваю с помощью памяти о четырех ветрах. Этот элемент я могу найти в сюжетном задании. За приключения меняются в сувенирные лавки. И в сувенирные лавки тоже. Хорошо, нужно будет заглянуть в сувенирную лавку. Возможно, мы там что-то найдем. Так, ладно, пошли.
Возможно, мы там что-нибудь найдем. Блин, ну лазает он здесь медленно. А если я еще буду прыгать, то у него стамина быстро расходуется. Хорошо, нам скорее всего сюда. Похоже, что это штаб Орда Фавониус. Пойдем скорее. Ну, давай, пойдем. Посмотрим. Слушай, ну сюжетка тут даже ни хрена себе, блин, а? Ну я читал, что игра вообще заточена под одиночное прохождение больше, и тут довольно-таки интересный сюжет и все остальные составляющие. Успокойся, Джин. Мы же договорились, что они придут сюда. Дракона видели вблизи от города. После встречи мы должны немедленно... Не переживай. Я помогу вам, если потребуется. Джин. Я привел их, Джин. А потом я привел их сюда. Монстат благодарен ветрам, что принесли вас сюда. Меня зовут Джин. Я действующий магистр Орда Фавониус. А это Лиза. Наш библиотекарь. Ни хрена себе библиотекарь. Привет. Милашки, вы пришли, чтобы спасти нас? Вы такие сладенькие. Жаль, что вы появились в такое время. Ужас бури пробудился и с тех пор постоянно досаждает нам. Дракон нарушил потоки стихии в Манштате. Некогда упорядоченные элементы и артерии земли стали похожи на клубок ниток, с которых... игрался котенок. Для магов это худшее, что может произойти. Еще чуть-чуть, и меня разорвет на миллионы маленьких частичек. Нихрена себе. Все, что мы можем сделать на данный момент, это расклеить по городу объявление о пропаже твоей сестры. Сейчас все наши силы уходят на борьбу с драконом. Прошу тебя, задержись в Манштате на некоторое время. Мы обязательно поможем тебе найти сестру. Я не могу оставить вас, вас один на один с ужасом бури. Отлично, где я могу остановиться? Поблизости есть гостиница? Мы здесь еще не закончили. Славно, нам нужен план. Теперь, когда ужас бури летает прямо над городом, у нас наконец появился шанс положить этому конец. Лиза выяснила, откуда дракон черпает свою силу. И откуда же? Из храмов хранителей четырех ветров. Эта сила позволяет ему создавать такие разрушительные ураганы. Наша цель — разобраться с тремя храмами из четырех. Надеюсь, мне не нужно объяснять, почему только с тремя. Рыцари времени, у нас мало. Буря усиливается. На этот раз мы не сможем просто... Мы должны действовать сейчас же. Немедленно направляемся в руины заброшенного храма. Погнали. Все, ребят, работаем. Первое задание. Первое ответственное задание. Нужно помочь гильдии. Молитва. Молитвы теперь доступны. Загадайте свое желание ночному... Ни хрена себе. Магазин. Магазин теперь доступен. Превратите некопленную звездную... F5 молитва. А что за молитва? Молитва новичка. За каждые 10 совершенных молитв вы гарантированно получите персонажа 4 или выше. Недостаточно кристаллов сотворений. У меня нет кристаллов сотворений. У меня нет кристаллов. Ах, вы ж маленькие задротики. Ну ладно. Так, новое задание. Встретьте Эмбер у входа в храм. Ладно, пошли. Пошли найдем Эмбер. Мы должны хорошенько подготовиться к нашим приключениям. Открыть меню персонажа. Оружие. Что, у нас новое оружие? Не понял. Улучшить. А, улучшить просто могу.
А, не, я все бабки потрачу, подожди. Новый уровень. Так, теперь. Что это? Выбранное оружие более высокого качества. Продолжить? А это что? Это меч. Откуда у меня лук? А это все на улучшение идет? Ладно, допустим, вкачали. По артефактам ничего, навыки нету. Характеристики. Так, максимальное ХП, сила атаки, защита, мастерство стихии. Вообще выносливость 100. Подожди, я хотел забежать еще к... А где тут этот с мешочком был торговец? Это кузнец. Ну ладно, пошли. Я могу, кстати, телепортироваться. Заодно проверим, как работает. Заодно проверим, как оно работает. Телепортация. Вот он, один из заброшенных храмов хранителей четырех ветров. Эти храмы пустуют уже давно, жители Манштата сюда не ходят. Есть вероятность, что внутри нас ждут хили-чурли. Даже ужас бури покинул свой храм. В это сложно поверить, но когда-то ужас бури был одним из хранителей четырех ветров. Погоди, ты тоже это почувствовал? С этим ветром что-то не так. Надо проверить, Бобски. Осторожнее, я чувствую присутствие дракона. Ну идем проверим. Идем проверим. Так, спуск в храм. Экспедиция. Рекомендую уровень отряда 4. А у меня какой уровень отряда? Хрен знает. Одиночные испытания. Это подземелье откроется на 12 ранге приключений. Рыцари Орда Фавониус должны сдержать разрушение, творимое ужасом бури. Заручись помощью Эмбер и не позвольте ужасу бури получить силы, хранящиеся в храме Сокола. Начать. А еще кого-то? У меня больше никого нет. Начать. Ну давай попробуем. Можно открыть дверь с помощью той консоли. Так, ну слушай, ну анимация и все остальное очень красиво сделано. Вау, теперь все так хорошо видно. Эмбер может целиться при стрельбе. Удержите кнопку атаки, чтобы зарядить и выпустить первую стрелу. Так, это я знаю. И сжигаем, да? А, понял. Яблочко. Тут сундучок. Яблочко, сундучок, все забираем. Так, чайник целителя. Когда-то использован для заваривания разнообразных отваров. Хорошо.
Используйте чувство стихии, чтобы увидеть стихийные характеристики разных объектов. Каждый элемент выделяет своим цветом. Зеленый цвет символизирует элемент дендру, который можно поджечь с помощью пира. Деревянные щиты противников относятся к элементу дендру. Их можно поджечь с помощью пира атак. Это лишит их защиты. Ни хрена себе! Вау. Ну ладно, идем. А что это за портал? Так, подожди, надо сначала прицелиться. Он сюда не залезет, да? Ни хрена себе, что это за стрелы? Ну, давай попробуем, подожди. Выкусили. Блин, мне так нравится, что они отлетают от стрел. Это реально круто. Так, хорошо, и быстро лутаем. Ни хрена себе, морковка. Блин, ну и эффекты, и спецэффекты тоже круто сделаны. Блин, ну я в шоке, конечно. Самое главное просто, вот что меня больше всего удивляет, эта игра бесплатна. Эта игра полностью, абсолютно бесплатна. Тихо. Опа, все, ребят, сейчас вам будет весело. Картошечка. Так, хорошо, что здесь еще есть? Ящик, самое главное, не провтыкивать. Там будет все вот это вот выпадать. Она такая высокая, кажется, наверху что-то есть. Но как нам перебраться на ту сторону? Это монумент Пиро. Наверное, стрельнуть надо. Давай жахнем по нему мощной пиро-атакой, может, у нас получится его активировать. А что значит прям мощный? А обычной стрелы не хватит? Ну, я же говорю, хватит. Я понимаю. О, совиное перо. Подожди, у нас совиное перо появилось. Это значит, что в артефакты... Два предмета увеличат получаемое лечение на 20%. Бонус электроурона.
Допустим. Так, это что у нас? Сила атаки. Защита. Давай вот здесь защита. А на мальчика? Силу атаки. Сила атаки надеть. У нас перо новое. Но здесь две звезды, тут одна. То есть лучше этот. Убрать, улучшить. А как улучшить? А, мы другие? Ага, понял. Приступить. А у меня же еще одно перо было. А я могу это улучшить? Нет, я не могу улучшить. Подожди, а вот это вот что оно дает? Искатель 2 плена увеличит максимальное ХП. 4 плена в течение 5 секунд после открытия любого сундука восстановится 30% ХП. Хм. Ну ладно. Так, больше там секретов нет? Вроде снизу я больше ничего не вижу. Дракон дыхания, наверное, отсюда идут все силы. Так, подожди, давай сначала все изучим. Давайте сломаем это. Че, вот так просто? Ну ладно. А чё ты устала-то? Блин, ты глянь, у неё... Она вот дышит, и у неё сиськи шевелятся. Охренеть тут, блин, анимация. Но мы должны помочь Джин. Ага, поможем Джин. Раньше мы могли поручиться за безопасность Манштата и его жителей. Благодаря Джин, конечно. Но сейчас, когда ужасы бури напрямую атакуют город, ветра изменили направление. А мы должны поменять тактику. Неплохо сказано, ты сама это придумала? Неплохо сказано. Лиза любит это говорить. Кстати, я хранитель четырех ветров. Если хочешь узнать больше о нашей истории, лучше поговорить с Лизой. Не то чтобы я не знал нашу историю, просто... В смысле, библиотекарь наверняка должен знать больше, чем простой скаут. Ну да, ну да. Испытание завершено. Давай, сундук. Опыт искателя приключений, вообще шикарно. Это все? Это все. Хорошо. То есть по талантам, чтобы нам что-то прокачать, нам надо получить это. Хорошо, ладно. Возвращаемся. Встретись с Кей у входа в храм. Ага, это следующий храм. Так, подожди, что это за хрень летает? Что это такое? Тихо, я тебя заметил. Меч какой-то нашел. Ни хрена себе, сундук появился. Да я хоть цаплю какую-то, блин, рубану. А что это такое? Это здесь ветер. Вещество, накопившее большое количество энергии. Анемна. Предложите его. А, храм. Так, ребят, все, вы мне надоели. А,
слизь. С них можно еще собирать слизь. Хорошо. Так, подожди, давай вот, вот этот храм активируем, подожди. Статуя семи архонтов. Нормально. Давай сделаем подношение. Давай, давай сделаем подношение. Этот мир открыт для тех, чье сердце исполнено благородством. Это про меня 100%. О, ага. Вот мы открыли дополнительное. Так, все, нам... Давай сюда пойдем. Подожди, он на карте будет отмечаться, если я метку поставлю? Не будет. Хорошо, пошли дальше. Поклониться статуе. Ну, дать. Максимально выносливость повышена стадо... О! Неплохо. Манштадт этот затвердевший ветер называет анимуколами. Охренеть. О, тихо, там лагерь уродов. Давай сейчас быстренько накроем. Давай рейд сделаем. То у нас все будет четненько. Так, ребята, ловите. Можно, блин, я тебя хотел кинуть. Подожди, надо поближе. Иди сюда. Понятно. Так, ладно, ребят, давай по-старому. Раз. О, опыт искателя приключений. Так, тут можем мы приготовить. Подожди, у меня же там морковка всякая есть, да? Сейчас нужно зажечь костер. А, боже мой. Так, да мы мясо опять только можем приготовить. Ну ладно, давай приготовим. Раз. И все, да? И все, ну ладно, хрен с вами. Нам, кстати, надо перекусить. Мы чуть-чуть, давай посмотрим, кстати, как она... Как она это все делает. Так, подожди, инвентарь. Допустим, яблоко применить. Подтвердить. Что, максимально восстановили? Да, максимально. Нормально. Так, тихо. Я вижу тебя, малыш. Вот дурачок. Слизь. Так, все, хватит за слизью этой бегать. Давай активируем точку телепортации и пойдем в следующий храм. Там сундук еще. Блин, и она не залезет, наверное. Да, ей стамины не хватит. Тихо, подожди, давай остановимся. А мне вообще, в принципе, стамины не хватит, наверное, чтобы до конца залезть. Не, хватит. Так, нам нужно не забыть еще за тот ящик. Блин, ну они тут карабкаются, конечно, смешно. Я понимаю, не Assassin's Creed, но все равно. Ну хорошо, что они вообще хотя бы карабкаются, кстати. Опять двуручный меч.
все активировали, да? Так, давай посмотрим, там за меч, оружие. Что за двуручный меч, я не понял. Артефакты. О! Защита 3.9. Бонус электроурон. Защита 3.9. Вот это надеюсь. А, вот так. О, все, вот так вот пусть будет, да. Подожди, а, наверное, вот эти вот мечи, которые я нашел, они, да, они пойдут на улучшение нашего меча. На тебе 18 уровень, 75 урон. А? То-то же. Так, подожди, вот эту штучку надо поймать. Она же становится? Ни хрена себе, ребят, тихо-тихо. А вы кто такие вообще? Так, лучший друг наемника, печать серебряная, блин, боже мой, и руда, это хорошо. Это хорошо, это замечательно. Так, эти травы мы собираем не просто так, что-то будем варить, наверное, из этого потом все. Так, как это открыть? Открыть как это? Что, зажечь, может, эти все надо? Ну да. Это какой-то типа секрет? И все? Хе-хе, прикольно. Так, записка ученика, свиное перо, превосходная руда. Слушай, круто. Круто. Так, мы про девочку забыли. Артефакты. Это что у нас? ХП 258, 129. Ну, это однозначно это. Потом по оружию. Сменить. Это что такое? Улучшить надо и лук. Что у нас с луком говнаем ходит? Так, подожди. Вот это. Подолжить. Блин, да я уже на максимум это все сделаю. Давай еще. Хотя ладно, потом. Хватит нашей девочки так. А то она еще обрадуется. Расслабит булочки и все. Так, все, идем в следующий храм. Идем в следующий храм. Уровень 5. Да я хрен знает, кто ты, дружище. Давай. А, ледяной, он ледяной. Нормально, ветер его косает. По идее, огонь тоже будет работать. Иди сюда. А? Не нравится, да, тебе огонь? То-то же. Нектар.
Нектар попрыгуни. Нектар из цвета попрыгуни. Достаточно содержание элементов. Новое. Ладно. К нектару мы еще вернемся. Так, подожди, где она меня ждет? Сверху, да? Храм тысячи ветров. О, железо. Это же нам все надо для крафта. И для улучшения оружия. О, наконец-то. И вот тут, по идее, должно быть дохрена. Главное не провтыкивать. Просто оно все сливается. Так, вон, ждет меня уже. Ждет меня, дурушка. Что за огненные цветы? Их зажечь надо. Ну и хрен с вами. Так, Кея. А вот и ты. Подойди ближе. Ты чувствуешь этот запах? В смысле, ты че вообще что ли? Я ничего не чувствую. Пахнет горелыми слаймами. Этот храм выглядит не таким уже заброшенным. Там должно быть слаймы, хили-чурлы и что-то, что подпитывает дракона. Там должно быть весело. Жаль, что храм Волка Севера находится в таком состоянии. Пойдем, Бобски. Уже давно никто не делает подношения хранителям четырех ветров, но ветра по-прежнему с нами. Сейчас настало время навести порядок в храмах хранителей четырех ветров. Давай, погнали. Давай. Я готов. Что бы меня там ни ждало, я готов это встретить. Я готов это встретить. Как всегда, испытание «Палящий огонь» мы не можем, тут 15-й ранг, но зато мы можем пройти храм Волка. Одиночное испытание. Тихо. Убирать мы никого не будем. Добавлять мы тоже никого не можем. Начать. Опять за девочку будем играть, да, наверное? Наверное, опять с огнем надо будет все делать. Или нет? А не, смотри, ждет меня здесь. Красавчик. Позволь показать тебе, как действует Орда Фавониус. Или за него дадут поиграть. О! Наконец-то новый персонаж. А что ты умеешь? Покажи. А, ты, значит, нас замораживаешь, да? Хорошо, хорошо. Так, по оружию. А, ладно, хрен с тобой. Пока не будем ничего вкачивать тебе. Врата возрождения. То есть, если мы умрем, появимся здесь, да? Так, допрыгнуть. Если не ошибаюсь, выход из храма должен быть вон там. Постой, ну зачем? Опыт. Experience. Враги могут намокнуть, если кругом вода. Крио-навыки могут замораживать воду. Я так и знал, что это можно сделать, кстати. Сейчас попробуем. Иди сюда. Иди сюда, говнари. До свидания. Я... Охренеть, круто, класс. Блин, я реально кайфую от этой игрушки. Путешественник, кажется, у тебя нет глаза бога. Походу, да. И все-таки, как у тебя получается направить элементальную энергию? Это на самом деле очень странный фимоне. Короче, понял. Она не может выговорить слово «феномен». Так, обычная руда. Обычная руда усиления нам 100% нужна. Блин, раз, смотри. Хоп! И заморозили. Блин, это классно. Так, сюда. Так, ну это понятно. Тоже можем замораживать. Ну это же вода, да, мы их тоже заморозили. Блин, ну лед вообще классный. Отлично. Так, забираем. Опыт странника плюс. Блин, просто они дают сразу разных персонажей, ты можешь просто без проблем переключаться между ними. Блин, и это... Это очень круто. Так, хорошо, здесь остановили. И идем дальше. Ну, наконец-то, мы здесь.
Дальше дороги нет. Давай попробуем подняться на тех ветряных потоках. Конечно. Конечно. Тут. И музыка приятная. Я думаю, здесь прям такая анимешная будет, а... Оно круто. О, ждет меня жирненький. Голубой камень в центре комнаты — это гидро-янтарь. Разбив его, вы вызовете дождь, которая намочит все, что находится в его зоне поражений. Так, ну давай попробуем, подожди. Тихо. А, мы потушили огонь, и теперь... Так, надо здорово погасить. Вот и все. Опыт искателя приключений. Блин, мне нравится этот персонаж, мне нравится лед. Это круто сделано. Заморозим. Ветер, огонь. И лед у нас, да? Чтоб не появлялось больше. Так, ну это мы можем заморозить, я понял. Блин, ну круто. Охренеть, блин. Хорош. Speaking of, did you know? Storm Terror was once one of the four winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting Grand Master about it. Ну еще секретов больше нет никаких? Так, а это финалка. Ужасы бури получают свою силу из этой штуковины? Вполне возможно. В смысле, все, и тут даже не будет никакого босса? Ну ладно. Ну ладно, я справлюсь. Браво! Браво! Да, но одет он, конечно, жестко. Кто бы мог подумать, что ты такой хороший боец? Наблюдать за тобой в храме было сплошное удовольствие. Скромность достойная рыцаря. Спасенный Манштадт будет слагать легенды о твоих подвигах. Если у тебя найдется время, найди меня в штабе Орда Фавониус. Или мы можем встретиться в одной отличной таверне. Отметить твои успехи, что скажешь? Мы еще раз успешно скользнули из лап дракона. Об остальном я позабочусь сам. Вы можете быть свободны. Ну, пойдем тогда. Хилли Чурли с их жалкими интеллектуальными способностями никогда в жизни не смогли бы устроить такую засаду. А вот и босс. Ты это все организовал. А вот и босс. Богус, чишуш, вон пуш. Нормально, давай. Я готов. Ни хрена себе. Рыцари Орда Фавониус, как обычно. Твое присутствие делает все намного более интересным. Кто это? Ни хрена себе залетел такой чих-чих-чих там. Ёлки-палки, ребят, что вы со мной делаете? Получено Кейла. О, все, мы получили нового персонажа. Меч путешественников. Опа, ся, тихо, давай заценим его. Давай сразу его заценим. Защита 64. Путешествие. Подобранный элементаль сферы и частиц восстанавливает. Удобный стальной меч, в ножнах которого также можно найти ножницы, лупу, труницу и много чего другого. Вау. Так, ну у него 3 звезды. Его надо обязательно улучшить. Я все ресурсы на него дам. Мне не жалко.
все. А что такое пробудить? Идентичное оружие, ну. Ни хрена себе, вы тут намудрили, блин. Так, ребята, время уже, да, поджимает очень жирно. Во многом надо разбираться, но это охренеть как круто. Как всегда, прожимайте пальцы вверх и оставляйте комментарии. Увидимся с вами на новом видео. Для вас работал Гусев Александр. И как всегда, любим, целуем, обнимаем. Всем пока-пока.